Здравствуйте, я Анастасия Кучер, компания «Электромотор». Если вам нужно перекачать воду, содержащую грязь, щебень, опавшие листья, то предлагаю остановиться на мотопомпе Stark WPT-80. Она идеально подходит для перекачки жидкости с частицами не более 25 мм из траншей, котлованов и залитых подвалов. Итак, особенности этой мотопомпы. Во-первых, гильзованный двигатель Stark с принудительным воздушным охлаждением, четырехтактный с ручным запуском, оснащен топливной системой и верхним расположением клапанов. Насос способен качать и перемещать очень грязную воду. Для этого прикреплена специальная чугунная крыльчатка. Именно она определяет, какую воду способен всасывать насос. Допустимая глубина всасывания 8 метров, высота напора может достигать 30. Стандартный внешний вид мотопомпы. Выключатель зажигания, ручной стартер, двигатель, вместительный бензобак на 3,6 литра, воздушный фильтр, глушитель, отверстие всасывания воды и выпускное отверстие. В комплектацию мотопомпы входит погружной фильтр с пропускными отверстиями, муфты для шлангов, 3 зажимных хомута, свечной ключ и книжечка по эксплуатации, в которой все очень подробно и предельно ясно. Обратите внимание, фильтр металлический. Экономный расход топлива при высокой производительности – это то, что вы ищете. Не забываем покупать в компании «Электромотор», подписываемся на наш канал, оставляем свои комментарии. Если у вас есть такая мотопомпа, я жду ваш отзыв под видео. С вами была Анастасия, пока-пока!